Здравствуй, Геннадьевич. Это мы находимся в зеленой зоне Катовиц. Место называется Тшеставы. Ну, или Три пруда. Ну, пока здесь еще мало, конечно, зелени. Как-то не очень красиво. Так, вот это вот всякие болотцы, еще пруды. Но это не те три става, название которых здесь звучит. А это три става большие, а это просто какие-то это самые болотцы. Ну, красивые, конечно, но пока зеленого нет, еще мало чего красивое. Но вот эти кусты, уже на этих кустах вот появляются зеленые такие почечки листовые. Потом все это будет очень красиво. Очень красиво, да, сегодня 22 градуса, а это потом все белыми цветами будет цвести. Это называется симполия, кажется, да. Вот там специальная дорожка, по которой ездят вот роллисты и велосипедисты. Это специально для них. Сейчас еще сравнительно мало, конечно, здесь любителей такого отдыха активного, но потом, вот летом, вообще здесь только так рассекают. А здесь вот просто по этой дорожке ходят люд. Гуляют тоже. Очень любят тут, конечно, отдыхать вот так вот, именно вот активный такой отдых. Когда станет теплее, например, когда можно будет лежать на травке, на зеленой, там туда-сюда, 50-е, здесь будут большое количество людей будет жарить на таких маленьких мини, таких, как это называется, ну, в общем, мини-мангалы, да, они будут жарить свои сосиски, сардельки. Здесь не жарят шашлыки, почему-то не принято, а вот сардельки. А мы тоже купили маленький мангальчик, но мы его еще ни разу не использовали, потому что мы его купили уже осенью. Вот. Сидят парочки, не парочки. В общем, вот такие. О, народ тихо. Управляет свое здоровье тихо. После зимы. Только так. Да не может все растекает. Жалко того дедушки. Да, вот это не такой дедушка был, блин, как он тут выкрутался, фортели выкидывал, на шпагаты садился, ноги задирал, там какие-то чуть ли не тройные тулупы делал, блин. Вот такая вот площадочка для детей. Рыбаки? Где рыбаки? Вот. Тоже маленькая обитель лягушек. Здесь, ну, еще, наверное, для них, конечно, еще холодновато, конечно. Но когда теплее, блин, они так тут выводят такие рулады. Вообще. Хорошо, свежий воздух, дышится так хорошо. Вот вся земля ископана кротами. Вон, всякие кучки. Вот. Кроты. Костя сидит. Наслаждается природой. Так. Встал после спячки, что ли? Вот. Полиция есть. Народ. Уже вечереет, но народ еще продолжает себя оздоровлять. Вот такие интересные здесь тренажерчики. Вот и полиция тут смотрит за порядком. Вот такие тренажерчики интересные. Вот так вот люди вот махают, сидят. Я говорю: Костя, залезь на тренажер, я тебя сниму. А он говорит: нет, не хочу позориться. Позориться. А сам собрался тут на этих, на роликах ездить учиться. А еще через лес проедем. Туда, в ту сторону? Давай.
Там дорога плохая. Это вертолет. Он выкидывал, выплевывал из себя эти самых. Вертолет, между прочим, наш Ми-8, советский. Так вот. Поставь воду. Это мы с Костей зашли в такое кафе летнее, немножечко посидеть, заказать что-нибудь поесть. Вот заказали колбаски, их жареные с муштардой, и кофе. Дали деньги, Костя не пошел, глупый мальчик. Дали деньги, сказали, сдачи не надо. Ну тогда нам вот принесли еще вот эту вот бутылочку воды. То, что мы сказали, сдачи не надо.